Я бармен казачок.нью. И сегодня мы будем готовить коктейль «Фруктовая свежесть». Для этого нам понадобится 100 грамм апельсинового сока, 50 грамм ананасового сока, 30 грамм сиропа маракуйя и порядка 20 грамм сахарного сиропа. Для начала мы наполним стакан льдом. Дальше в шейкер по очереди добавляем апельсиновый сок. Около 100 грамм. Ананасовый сок. Порядка 50 грамм. Сироп маракуйя. 30 грамм. И грамм 15-20 сахарного сиропа. Добавляем вкусный лед. Все стаканчики классные. Хорошо взболтали коктейль. Добавляем его в стакан. Украшаем долькой яблочко. Коктейль готов. Останавливай.